Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсуф, как ваши дела? Дорогие зрители, сегодня у меня так один человек приглашал, который зрители. Он очень понравился, мой ремонт, помочь просил. Короче, короткий срок человек здесь. Говорят, Юсуф, можешь, твой мастер отправь меня. Вот, человек купил коньяк, квартира, хочет свой ремонт делать. Я сказал, хорошо, отправляю своего мастера тебя. Который человек, квартира дублекс большой, чем у меня. 180 чем-то метр квадратно. Посмотрим, какая квартира, а что он хочет. Не знаю, что за квартира. Вы знаете, здесь квартира не меньше 20 лет. Вот такую я вокруг посмотрю. Там Гюрсу здесь, Коньялты Гюрсу. Приехал, посмотрим сейчас, что ситуация. Поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, друзья. Еще один ремонт начинает, наверное. Я так бросать не буду, человек. Конечно, проверять буду работу, какая будет чего. И, конечно, буду снимать мастеры, что делают. Вот, сегодня хорошая погода, друзья, отлично. 22 сегодня марта. Сегодня весна. Погода отличная, все хорошо. Сейчас я мастера жду, который уже геолокация человек отправил. Я приехал пораньше. Мастер что приедет, сейчас посмотрит, что может делать. Которые краска, еще шкафы, еще там души. Много чего, друзья, много чего. На его работу, так, я так думаю, много. Посмотрим, какая ремонт будет. Давайте продолжаем. Друзья, приехал квартира. Посмотрю. Вот такое дела. Кухня начинаю. Вот такую кухню есть. Кухня. Старая очень сломанная, там все кухня такой ситуация, наверное, здесь они один раз ремонт делали. Как вы будете узнать, друзья, ремонт была кухня или нет? Короче, нижнюю часть откроешь, сюда смотришь, вот здесь плитку, видите, белый свет. И сверху какой свет. Значит, здесь был ремонт. Ремонт делали и продали. Вот старый низу, нижняя часть выглядит. И сверху совсем другой. И здесь, что он хочет, не знаю, буду узнать. Дивер надо обязательно красить. Сумятима. И здесь спальня типа. Розетка очень-очень старая. Очень старая. Красить надо обязательно. Окно, друзья, как надо узнать. Короче, здесь стекло где-то 1 сантиметр. Это 10 миллиметров. 18 миллиметров. Сейчас новые материалы. 18, 20, 22 миллиметра. Короче, ПВХ-система меняется. Но это очень-очень старая модель. Дерево очень старое. Вот это радиатор, который... Радиатор, как узнаешь, новая модель и старая модель. Старая модель, которая радиатор, нижняя часть, на верхней части, посмотрите, если 50 сантиметров, значит это старая. Новая модель, которая 60 сантиметров. Которая наша дома стоит 60 сантиметров, вот так должна быть. Но это старая модель. И здесь есть балкон. Старый очень. На эту квартиру надо покрасить аккуратно, отлично надо покрасить. И здесь зал. Одно и то же вещь здесь, который радиатор, 3 штуки стоит, сюда много. И здесь был типа витрин, телевизор, обои, приклеение, это надо убирать, шпаглевка надо покрасить. Это телевизор и кабель, который очень-очень старый. Со розетка надо менять. Со надо менять.
Да, еще один маленький балкон есть сюда. Да, потолки тоже не очень такой. Спальная комната. Вообще-то здесь, если кондиционер вот такой свет, значит здесь минимум 17-18 лет. Очень плохо поставили кондиционер, очень плохо. Не смог бы мотор сюда поставить. Очень плохо работает, очень-очень плохое. Здесь спальня, маленькая комната, где-то 11-12 метров квадратных. Душ. Душ, вообще ужас. Это собирайте здесь. И здесь надо, короче, оставить перемой, который ванная, душокабин. Будет шикарный. Побольше места будет, тогда удобно будет в туалете сидеть. Потолки, если вставляют, как у мою, будет шикарно. На это надо менять. Очень-очень старая модель. Посмотрим, верхний этаж, что стоит. Все, надо ремонтировать. Давай направо начинаем. Вот, и здесь видите, как аккуратно душ стоит. О, детские души. Отлично, варианты. Это тоже надо менять. Теперь вообще дырява. Одной и той же комнаты, короче, как нижняя часть, и здесь тоже есть. Еще и здесь балкон. Ой-ой-ой-ой, такая балкон. И такой работа. Вообще ужас, кошмар. Серьезный кошмар. Работа. Человек здесь ремонт делал, наверное. Вот и здесь закрывал. И здесь почему вот так оставил, который... Так показываю. О. Непонятно вообще. Везде дырок. А это есть... Кухня убирать что-нибудь. Сюда сидеть. Как похоже, мечает. Как такая? И здесь есть маленькая кухня, и здесь нету ничего. И здесь странная машина стоит. Да, и здесь убирать, там повесить туда. Хорошая идея. Но очень узкий. Вообще-то здесь 1,80 м, и здесь вообще 1,50 м. А это часто. Но шкаф лучший вариант, который везде шкаф есть. И здесь просто тоже зал, типа, давай и здесь приведем. Короче, выход по здесь. Вот я и здесь был. Который сейчас сюда. Здесь офис можно. И здесь второй балкон. Балкон был здесь огромный, просто кто-то делал ремонт и здесь испортили. Везде мокрые, которые, видите, влажности забрали здесь дождь. Полу надо менять обязательно. И еще и здесь есть. Работы, смотрите. Ужас, воняет. Были здесь кондиционер и мотор. Ужас, просто ужас.
что за работа, а? Вот человек мне спросил помочь, как ремонт можно делать своим глазам. Короче, между два зал стоит вот такой маленький кухня. Сейчас посмотрим, дорогих зрителей, пишите комментарии ваши, что можно делать сюда. Это очень важно. Везде надо покрасить, это да, однозначно. Бюджет надо узнавать. Бюджет тоже очень-очень важная. Но квартира, в принципе, хорошая. Но без плана, кто ты делал сюда. Примерно. Надо было одну часть спальню организовать, одну часть отдыхающую. Моя идея, говорю, личная идея. Которая и здесь, эта комната бесполезна осталась. Если туда зал делал, и здесь тогда бесполезно. И здесь была зима, там была летом, что ли? Что придумали человек? Да, квартира большая, а пользование плохое. Нижняя часть радиатор другой, верхняя часть радиатор другой. Вот это 60 сантиметров. Да. И здесь есть спальня, делаешь. И летом здесь сидеть открыт, потому что один открыт, один закрыт место есть. Как получается? Вот такой труба, который дождь. Там тут есть большой дырок. Воняет. Плохо пахнет. Надо уточнить, что хочет человек. Здесь тоже ставили, которые электричество, проход. Да, нижняя часть, короче, где-то 2 плюс 1, верхняя часть вообще неудобно. Прям в уход. Никак узнавать, что такое. Главный зал. А пользование небольшой проблемы здесь. И здесь надо хитростим. Надо делать, работать хитростим. Как так? Честно не знаю. Надо план забирать, подумать, советовать человек помочь. Но этот дивер, который выходит, дивер тоже хороший, но такой дивер очень-очень старый. Надо менять. Этот замок открыть очень-очень просто. Короче, раньше... Очень-очень старый уже там замок. Не знаю. В принципе, нормально. Тут стоит этот дивер, но... Да, проблем много здесь. Все надо менять. На этой дивере там все старое. Я жду ваше, которое предложение, дорогие зрители, которые что можно делать сюда. Полу тоже показываю. Под видео пишите, пожалуйста. Просто да, зрители, человек посмотрел, понравились мои, которые квартира новая, все ремонта. А это в прошлом Вексу. Надо все менять. Видите, сколько разные здесь цвет есть. Белый и сверху, который плохой, краска. И посмотрел, краска еще плохой идет. Там приклеил сверху обои. Очень-очень плохое это. Убирать большая проблема. Вот квартира такой. Вид тоже хорошая эта квартира. Красиво. Серьезно, гора выглядит, там все, парк есть пройти. Хорошее место, Гюрсу здесь. Но пользование проблема. И здесь что вообще? Они шпагловка делали сюда. А почему так? Не знаю. Посмотрим, ждем вас в совете. Короче,
Здесь моя идея, я немножко говорю, здесь кухня, нету холодильного места. Холодильное место надо сюда поставить, потом рядышком шкаф, посуду, дальше шкаф. И здесь, короче, где-то остается плита, вот эта духовка должна быть сюда. Вот как раз откроешь духовку, сразу пар идет на улицу, и здесь стоит котел у них. Во. Плита, короче, нормальное место, короче, охлажденная система должна быть вот так, немножко 20 сантиметров сюда, который это не надо выглядеть. Там дырки есть. Но это надо менять совсем другой стиль, надо, совсем другой стиль, который и здесь надо поставить. Это лестница, пластик, это надо убирать, и здесь надо каре поставить, железное. Будет шикарно, отлично. Кухня надо совсем другой. Это радиатор, который надо забирать до конца сюда. Вот тогда дверь не сможет открыть. Видите, уже не сможет человек открыть. Маленький дверь организовал сюда. Не передумал, который это радиатор сюда перевести, не передумал. Но и здесь сетка нужна. Каждое окно, жалюзи. Даже совсем новое окно нужно. Несколько окно, вообще дерево. Надо выбросить. Но это окно немножко хорошая система. Короче, я вижу фратпен. Особенно не такой. Но здесь дублекс, который... Дублекс должен быть толстый ПВХ. Дорогие зрители, вот солидно человеком погуляли, с которым человек хочет свою квартиру выставить, много чего, мебель, ремонт хочет делать. Да, квартира я вам показывал, которая большой квартира, но пользовательная, не очень такой, не хорошая. Но самый лучший вариант, как можно делать. Человек тоже голова дурдом, что, какая надо делать, зал какой часто надо определить, какую... И спальня. Спальня там очень-очень маленькая комната. Так подходит. Там края, которые два комнаты есть. Ниже. Нижняя часть и верхняя часть. Там одно офис можно делать. Просто самая первая левая, которая спальня. Которая... Я свою идею говорил человек. Несколько магазинов отвезли. Человек мобильный магазин. Понравилось. Заказывал, который человек хочет быстро, который... Купить, жить внутри. Вот он выбрал свой выбор. Будет жить. Отличный вариант. Просто истекали туда. Ланне Странс, я всегда говорю. Купите, которое гарантированное место. Если местный, я ничего не говорю. Ланне Странс, которое гарантированное место, надо купить. Будущее, если проблем есть, сразу один звонок будет менять. Это очень-очень важно. Вот еще шкафное, который кто мне шкаф делал, туда приглашал шкаф, куда что определил, заказывал шкаф, человек тоже одно и то же, который не ази, это у меня делали шкафы, ванна тоже заказал также. Вот еще ПВХ, который Ариф был друг, его приглашал, который со старое окно, он забирает остатки, которые... Вместо старых новые поставляют, которые более-менее нормально. Туда силиконом, и там ручку будет менять, силикон будет заново делать. Вот, они тоже решали. Который сейчас мастер я нашел, который еще краска, который у меня был друг, мастер, он очень занят. Другой человек нашел, который ремонт начинает с завтрашнего дня, друзья. Вот, помогал человек, идея говорил, иногда пойду перебираю, иногда так язычный, если проблем будет, пойду решаю проблемы. Что делать? Зрители, переехал, купил, хочет человек жить, надо помогать, надо держать, вот так. Я обычный такой человек, просто я не хочу сейчас, да, хорошая идея, которая кому-то нужен ремонтировать квартира, можно я забирать все полностью работу, я могу делать, но сейчас нет у меня, времени нет у меня. Да, хороший бизнес, но я не могу крутить эту систему, потому что внутри мебель купить, внутри так заказ,
каждый человек кус другой. Примерно я крепкий, полумягкий матрас мне понравится. Человек может еще мягче, может еще крепче любить. Это я не могу ориентировать, но ремонт могу. И у нас Турция, которая без документов, которая ремонт, большой риск, если переверка будет, что я могу делать. Лучше, который кому-то есть фирма, надо заказывать этот человек, пусть они разбираются между собой. Вот я так же делал, приглашал, познакомил человека, объяснил. Вот он заказывал, других принимал. Пусть они делают между собой. Отличная идея, отлично помочь, что я могу делать. Вот солидный, человеком там каталась, гулялись, которые... Я его показал лучшее место, хорошее место, которое... Человек первый раз в Турции, первый раз. Купил квартиру, которая... Переехал сюда недели. Недели отель жил. Никуда не бегал. И сейчас второй раз переехал. За два дня. Два дня ремонт давал, который ключ оставил человека туда, мастера. И все оплатил, уехал обратно. Сегодня ночью обратно самолет человек. Вот через неделю обратно приезжает. Вот труд это, труд. Крутить труд очень тяжеловато. Вот такое дело, друзья. Помогал. Делать ничего. Дорогие зрители, если у вас тоже есть такая квартира, если идея вам надо, если вам надо, которые... Если вы не знаете, где что надо купить, приглашают, качественно делать, пишите, если время будет, приеду, я вам помогаю, что делать. Инстаграма пишите, Телеграм есть у нас, Телеграма можно писать, если Инстаграм не работает у вас. Вот такое дело, дорогие зрители. Поставьте лайк у меня, подписывайтесь на канал. Люблю вас, дорогие зрители. Я сейчас с кем? Арифом, который... На этот человек был Ариф. Сейчас мы приехали вместе, покушаем. Пахлава. Вот, покушаем пахлава. Сейчас поедем домой уже вечер, который... Я не успел утром снимать до конца, который... просто... Все хотел узнать, потом рассказывать до конца. Вот такое получилось, дорогие зрители. Люблю вас. Всем пока. Увидимся.